Дорогие друзья, всем привет! Это Гражданская 95 Чебоксары. Мы тут завершили ремонт двухкомнатной квартиры. И в этом видео я сделаю обзор такой замечательной ванной комнаты, санузла. Расскажу, какие работы мы тут выполнили. Итак, площадь санузла у нас 3,5 квадрата. Санузел сделан в таких вот серых цветах. Здесь у нас сделан теплый электрический пол и вывели программируемый терморегулятор со стороны ванной. Перед входом в комнату у нас двухклавишный выключатель. Одна клавиша включает освещение, потолки натяжные матовые. Вторая клавиша включает вентилятор. С правой стороны, как заходим, у нас ванна акриловая, 1,70 м на 1,70 м. Экран под ванной сделан из плитки. Одну плиточку оставили на магнитах для доступа к сифону. Посмотрите, как красиво установлена ванна. Никакого плинтуса нету, лишь тоненький слой силикона. Смеситель с тропическим душем. Сантехнику мы полностью здесь заменили от застройщика. И сделали систему от протечки. То есть, если вдруг что-то потечет, система сработает и перекроет воду. Перед нами умывальник 70-й с тумбочкой до пола, зеркало с подсветкой, унитаз. Сзади унитаза сделан короб. Так как у нас там идет канализационная труба, короб мы зашили гипсокартоном, плиточкой приклеили и запилили все углы под 45 градусов. Также возле умывальника две розеточки обязательно для фена. Бумагодержатель подвесной. Здесь у нас электрический полотенцесушитель. Первоначально планировался водяной. Водяной мы заварили. Отводов там у нас никаких нет, резьбовых соединений нету. Поэтому мы полностью все закрыли, там ничего не потечет. И поставили электрический полотенцесушитель с терморегулятором и со скрытым монтажом. Здесь у нас вешалки для полотенец. Вот такой вот санузел, я считаю, получилось очень круто.